Ну что, мои дорогие, давайте зальем картиночку. Ветер, ты старое имя развей. Нет мне дороги в мой брошенный край. Вы знаете, ловлю себя на том всегда, что у меня аж руки трясутся. Это не от чего-то, а от предвкушения. Прям тут же непонятно, что получится. А интересно. Так, ладно, сейчас еще вот тут налью. Вот хотелось бы, чтобы они ровные получились, но это не всегда бывает. Ой. Закрыть сверху белой краской. Вот что выйдет, честно не знаю, потому что я не делала такого. Ну, давайте пошевелим. Ну вот, что у нас получилось. Вот такая вот картинка получилась. Пока-пока. С вами было интересно.